Сегодня траурный и торжественный день. Сегодня боец приехал на свою родину и обретет покой на этом кладбище. На кладбище села Перкино Спасского района состоялось перезахоронение бойца-красноармейца Василия Михеева. Его останки вернули на родную землю еще в середине октября. Это уже устоявшаяся практика, когда поисковые отряды в ходе своих мероприятий находят погибших солдат, идентифицируют их и возвращают к месту жительства. Для меня это волнительно сейчас говорить, но в первую очередь хочу сказать спасибо и низкий поклон поисковому отряду «Уголек» в лице Ефрема Валентина и Александра Тихомирова, которые вернули нам память о нашем бойце и вернули Василия домой. Вчера вечером у нас прозвучала такая дома фраза «Василий едет домой». Спасибо всем. Самое сложное для поисковых отрядов – это идентифицировать останки. В лучшем случае у бойца есть документы или подписанный медальон. Он как личный номер современной армии, говорят специалисты. Красноармейцы порой подписывают фляги или предметы быта, но у бойцов это считалось плохой приметой. И зачастую из десятка погибших удается опознать одного или двух и вернуть на родину. 3 декабря отмечается День неизвестного солдата. Это один из самых молодых праздников страны. За 6 лет на родину успели вернуть десятки солдат, погибших в боях за будущее, которое они не увидят. И даже спустя больше полувека каждые похороны красноармейцев будут сопровождаться оружейным салютом в честь героя. Валерий Седов, телекомпания «Город».